Это мы так на пароме прокатаемся сейчас. Будем плыть на другой берег. Интересно просто. Мы еще никогда так не плавали. Все, поплыли, течение, да? Такое пошло. Нет, еще не поплыли. Нет, еще того течения. А я тебе говорю, что нет. Тут прям на пароме будем кататься все. Вон дядя нас сейчас будет переправлять на другой берег. Мы сейчас будем плыть уже. Ой, мы уже немножко... Сейчас только раз трассы лопаются, и мы, короче, поплыли. По реке в сторону. Да. В сторону чего мы тогда поплыли? Мы будем плавать, пока нас не выловили. Как раз батлфорд будет приплыли. Вот, все, уже начинаем уже двигаться. Уже немножко шевелимся, да. Так а какая, а что ему бесплатно? Какая ему? Не, ну они явно, что не бесплатные. Платят, видно, за это. Government платит. Ну да. Так и government еще, наверное, неплохо ж платит вообще. Вот, смотрите, мы что-то в сторону плывем. Ох, ты дорога плывет. Что видишь, вверх как? Ничего, мы заедем. Идем в середине. Такое течение хорошее. Внимание, где расценки, да, Леш? Они это бесплатно. Это, по-моему, бесплатно тут. А скорее всего, это government ему платит за то, что он стоит тут и переправляет целый день людей. Часто люди переезжают на другой берег. Сейчас мы причалим туда. Вот течение там такое. Он рыбу ловит, на середине лодка стоит, да? Вот это там. Паром уже, уже мы до берега доплываем. Видите, оно как раз поднимается, и машина легко съедет. Дядя придет, нам дверь будет открывать, и мы будем выезжать. Все, у дяди идет. Все, да? Да, он сейчас будет выезжать, наверное. На другом берегу приплыли.